В течение многих десятилетий область управления человеческими ресурсами в основном занималась вопросами развития и охраны человеческого капитала. Данный подход не является неверным по своей сути, однако мы наблюдаем рост спроса на менеджеров и профессионалов, подкованных в работе с данными. Таким образом, целью данного курса является предоставление основополагающих знаний о аналитике в сфере HR и оказание поддержки руководителям и профессионалам по развитию и улучшению аналитических навыков для анализа и визуализации данных, предоставляющих информацию для принятия соответствующих кадровых решений. Например, вовлеченность сотрудников, привлечение талантов, развитие обучения и другие, и оказание влияния на действия лиц, принимающих ключевые решения. Данный курс также имеет важную роль в поддержке участников проработки тактических и стратегических вопросов управления человеческими ресурсами. Итак, я приглашаю управленцев, менеджеров, HR-профессионалов, рекрутеров, консультантов по организационному дизайну и лиц, принимающих решения, встать на путь аналитики человеческих ресурсов и применения этих знаний для привлечения, поддержания и развития персонала. С нетерпением жду начала нашего пути в HR-аналитику.